теперь будет большая бугагаха. Какаха. Может быть. Это новый хоррор-ужастик. Погнали. Грэд. Представляет. Загрузку можно пропустить. Come on, you guys got nothing else to talk about. I'm sorry, Phil. Хре, пацаны. Чё по девкам? Хорошо. Screw you, Steve. Да пошёл ты, Стив. Не обижайся, Фил, и не плачь. Stop the car. I have to take a leak. Come on, Mike. Almost there. Нормальные типы. Нормальные. I can't stand it anymore. Okay. Okay. Что, опять загрузка? Да ёпт. Так, чё, понеслась моча по трубам. Так, мусоруха. Чё у нас здесь? Ментята. Так, луна, замок интригует. Так. Ёпта, поссал собака. Сейчас тебя ворона за хер укусит. Опа. What the hell? Опа, это что такое? Hey man, are you okay? А что у него за волосами? Sorry, I have very little time. Everything will be fine. Our plan worked. What are you talking about, man? Инди проект за 300 рублей, да? Угу. Окей. Hey, wait. Shit. Хоп, хоп. Опять загрузка. Да что ж такое? Эта игра удивляет. Эта игра начинает удивлять. Катсцены загрузки пропускайте, ребятки. Так, мусорок поссал. Поссал и решил посрать. Hey, Steve, there's a very strange guy in a cemetery. He's very scared. Are you sure? Hell yes. He said some nonsense and ran away. It was very strange, Steve. Okay, let's go check. Странный дед на кладбище. Don't be stubborn, Phil. Maybe the guy needs help. Будь вредным. Let's go check. Мы начнем сегодня или нет? Да ладно, не верю. Не верю. Так, ну что? Ультра. Марин. Ну, как бы... На кладбище. Так. Где звук? Блять, в игре звук нельзя поменять. Это просто какой-то... Ах, ладно. Okay, guys, let's split up and look for him, and I'll try and track him down. Okay, guys.
Ну нахер, сделать тишина. Так, окей, допустим. Так, это наши гаврики. Ходим по кладбищу ночью. Кирайс. He bled out. Он истекал кровью. Так. Интересно, индюха. Если ее делал один человек, то браво. Но я не посмотрел, кто создатель игрушки. Так, а что, выходим, что ли? А куда исчезла? Почему исчезла? Okay, guys, he ran away. Let's go back. Steve, come here. You gotta take a look. Чего там? Да ёб... Так... Так, ну что ж... Нет, инди-игры бывают очень удивляют. Не всегда дерьмо делается. What have you got here? I saw that guy run out of here. There's a way down. Что у тебя, волосатик? That guy was bleeding. He was obviously running away from something. Maybe there's some kind of sect or something like that. I don't know, Mike, but I think we should go down and check it out. They're expecting us at the crime scene. Am I the only one who cares about this? At the crime scene, Phil, the crime has already been committed. There is no hurry. But here, it may not be too late to prevent it. I agree with Steve. Это практически Крис Редфилд. I agree too. Against one, Phil. Ты что тут делаешь, Крис? Okay, okay. Ты что делаешь в чужой игре? Let's go. Что-то загадочное произошло. А, ну конечно же, любимая загрузка. Вот с этим ребятки молодцы. Постарались, так постарались. I just want to tell you right off, I'm just a forensic scientist, and if some mess starts, then I'm not going to participate in it. Don't worry, Bill. We'll figure it out. Дисципил. Мы разберемся. Чё так темно, как в жопе у негра? Ну это просто... Что это такое? Так. Ладно, потом. Все потом, ну нахер. Наконец-то он дошел, он дополз. Что я должен увидеть вот в этой игре сейчас? There's a passageway here. Ну, наверное, на ночью играть, скорее всего. По любасу. Потому что это полный трэш. Holy shit! What is this place? We'll soon find out. Лютого хера.
Эх, вот эта игра напомнила мне, конечно же, всякие конденменты. Конденменты. Нет, ну он классный был. Вот что-то... Ну, только третьего лица, да. Может быть, ребятки, как бы фанаты конденментов. Там было бы неплохо. Какие-то тайные ритуалы, убийства. Может быть, они вдохновлялись. Это было бы прикольно. Так. Ёлки. Он через стену нужно. Что это? Противогаза? Окей. Так, подожди. Тут традиционная... И я нажал Е. Ну, ничего не произошло. Он Е нажимает только здесь. Окей. Sir, we are from the police. Так, сэр. So это полиция. Sir, I will not repeat twice. Сэр, оставайтесь на своем месте. А сэр хочет кушать. Are you okay? Волосатика убил? Ты зачем сэра убил? Officers, you were in the wrong place at the wrong time. Так. What is this place? For 2 weeks we punched that hole in the wall, sending 2 people in every day, and we didn't make too much noise. But because of your gunshots, all these critters are gonna be there. And now we can't go through there. Our plan failed because of you, damn it! What's going on here? What is that critter? We made a deal with the prisoners. We kept them awake for 15 days. In return, they could get freedom. We don't have time for this. You have to hurry. These things are going to be here any minute. Go and get help. This is our last chance. Be quick! Last chance. We saw a man come out of here. Is he one of you? Now I know how you got here. It's Brian. He's infected, and all he wanted to do was see his wife before he left his mind. Ребята, so he left early. He doesn't know our plan has failed, какой-то and he сюжет thinks we're all going to get out of сочиняли. Here. Now go away, now! All right, guys. Так, ну что, ребята? You kept the prisoners awake for 15 days, huh? I've heard of something like this before. Что? I think in 1940, Soviet scientists kept 5 prisoners away. Заинтриговали. Разработчики. Хорошо. I don't know, хорошо. But the FBI will come. Пока не будем делать поспешных выводов. Не будем. Может быть, это первый проект игрушки. Первый проект компании. Не будем судить. Ребятки, новый хоррор-ужастик, интригующий. Будем играть? Благо, есть во что играть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно. Яндекс.Зен, мы там вас ждем, ребята, нас уже там по чуть-чуть хватает. Классные, вы все классные, ребята. И мы... Будем делать только лучше вместе. Welcome back.